Здравствуйте. Здравствуйте. А с кем можно переговорить, то есть старший? Я старший. Мэрия города Черкесска, отдел контроля городского хозяйства. Конечно. Мы по поводу объявлений... Устранимся. Устраним, это понятно, это не в первый раз происходит. Да, конечно. Поэтому мы на это будем реагировать уже протоколом. Да, хорошо. Да, в любом случае. Когда произносится фраза «чистый город», под ней подразумевается не только отсутствие мусора на газонах, тротуарах, проезжей части, не только избавленные от свалок окраины населенного пункта. Сюда можно отнести и аккуратные ухоженные фасады домов, разумеется, без развивающихся на ветру рекламных объявлений. О том, что жителям дома на пересечении улиц Красноармейской и Умара Алиева безразлично, как выглядит их здание, можно судить по этим кадрам. Расклеенные бумажки уже смахивают на этакие паруса. Кажется, еще немного, и дом поднимется в небо, словно летучий корабль. А ведь при желании можно было сразу пресечь подобного рода рекламные кампании, нарушающие целую россыпь санитарных норм и правил. Да и выглядит все это явно неэстетично. Пока же расклейщики воспринимают нереагирование жильцов таких строений на подобные художества как молчаливое согласие. Впрочем, подобным бездействием страдает большинство горожан. Хочется верить, что они просто не знают свои права и существующие в Черкесске ограничения для распространителей объявлений. Где нельзя расклеивать объявления, клеить афиши? Запрещается производить расклейку афиш, объявлений, агитационных печатных материалов и производить надписи, рисунки, краской и другими трудносмываемыми составами на стенах, цоколях и дверях зданий, столбах, деревьях, опорах наружного освещения и контактной сети, других объектах, не предназначенных для этих целей. Тем временем большинство тех, кто хочет рассказать о своих товарах, услугах, акциях, похоже, воспринимают лишь метод кнута, поскольку длительное использование пряника предприниматели республиканской столицы начали воспринимать как поблажки. Специалисты отдела контроля городского хозяйства решили напомнить людям, что санитарные правила существуют все-таки не для галочки. Начнем с того, что в ходе регулярных рейдов проверок специалистами отдела контроля городского хозяйства была выявлена незаконная расклейка афиш объявлений по данному адресу. В данной ситуации это ярмарка Санкт-Петербургская по продаже обуви и верхней одежды. Вот. Ну и в связи с этим мы, так сказать, посетили этот адрес. Был составлен протокол об административном правонарушении, потому как для данных действий нужны либо разрешения, либо они незаконны. Арендатор из культурной столицы признался, что обклеивал город объявлениями. Однако, говорит, не знал, что это запрещено. Кому вы заказываете или сами вот эту рекламу? Ну это ж видите, как это сами получается. Ну а то есть вы не знали раньше, что это нельзя делать? Нет? Нам как бы ни разу никто не приходил, нам никто не говорил. Почему. То есть, а в других городах спокойно это делается? Ну вообще да. Как бы там срывают, только я знаю, и все. Ну в любом случае, понимаете, если вы хотя бы на крайний случай все это сделали, после собрали, это одно. И то это неправильно. Ну да. Но незнание закона, как известно, не освобождает от ответственности, поэтому в отношении нарушителя санитарных правил, действующих в столице Карачаево-Черкесии, был составлен административный протокол. Сотрудники мэрии Черкесска пообщались по телефону с арендодателем, уведомив его об имеющихся проблемах у их арендатора. На втором этаже у вас сейчас арендуют помещение ярмарка Санкт-Петербурга, которая продает обувь и верхнюю одежду. Да. Они нарушают нормы санитарных правил города Черкесска в отношении расклейки афиш, объявлений по неположенных местах. Это является административным правонарушением. К вам вопросов в этом отношении нет, но хотелось бы, знаете, что сейчас на них составляется протокол, вот, соответственно, со штрафом на будущее. Как такового договора нет сейчас, но мы его подписываем регулярно, да, то есть мы счет выставили, они нам оплатили. Не дожидаясь прогнозов о будущем, представитель торгового центра пообещал, что впредь станет добавлять в договорах аренды соответствующий пункт. Если они как бы относятся к нам в следующий раз, я могу как бы подготовить договор таким образом, чтобы расклейку они уже согласовывали как-то. На сегодня стиль рекламного бизнеса в Черкесске можно охарактеризовать скорее как несанкционированную свалку, чем как яркий перформанс, побуждающий клиентов воспользоваться услугой. Желающим видеть столицу Карачаево-Черкесии красивой, чистой, а также в целях соблюдения законности расклеивания объявлений, представители мэрии предлагают обращаться за разрешением в горадминистрацию. К остальным они будут наведываться сами. Артур Мухцы, Михаил Каракелян, Андрей Дорошенко. Итоги недели.